Отделение переливания крови Одинцовской областной больницы обращается к руководителям и сотрудникам предприятий округа. В муниципалитете по-прежнему остро стоит вопрос с количеством донорской крови и ее компонентов, которые крайне необходимы медикам именно сегодня. Их используют в том числе при лечении ковид-инфицированных пациентов. Решить проблему поможет групповое донорство. В случае участия в сдаче крови организованной группы от 20 до 40 человек нужно заранее согласовать удобный день для посещения. Донации проходят в отделении переливания крови по адресу город Одинцово, Можайское шоссе, дом 55, по вторникам и четвергам с 8:30 до 12 часов.